Территория Майя. Amazing Video. Открутили все болты, снимаем крышечку, подцепляем здесь вот в этом месте и вот в этом месте. Лучше всего, потому что здесь установочные штифты торчат. Вот. Можете понаблюдать, вот они, раз, два. Поэтому лучше цеплять здесь и с этой стороны подцеплять. Все, так и она. Крышечка, убираем ее. Так, посмотрим правильность установки распредвалов. Так, мне вот на той стороне не понравилось, как стоит впускной распредвал. Давай тут глянем. Так, видим. Тут нормально, тут колечки смотрят вверх, вот эти замки колечек, а там в сторону смотрели. Ну, маленько поправлю даже вот чуть-чуть, вот все вот так нормально, вот так вот. Смотрим, что тут можно увидеть. Можно снять распредвал и посмотреть состояние посадочных мест. На их затертость. В прекрасном состоянии. В прекрасном состоянии. Посадочные места лучше на этой голове, чем на той даже. Лучше, чем на той. Так, теперь вот этот снимем, посмотрим. Но тут есть немножко выработки. Тут есть немножко выработки. Тут есть выработочка. Ну все, тогда ладно. Вот наш натяжитель. Сейчас мне даже удобнее его будет открутить. Сейчас я его выкручу на замену. Наверное, открою и посмотрю, как состояние внутри у нас этого насоса. Чтобы тебе видно было, я все рукой загораживаю, все процессы. Все видно. Вот так вот скручиваем по очереди каждый винт. Бежала, значит, по этому вот соединению. Патрубок и хомутик заводской. Придется хомутик мне поменять. Он не держит, поэтому чуть-чуть масло выходило. Так, интересно, что там внутри. Итак, вакуумный насос разобран. Вакуумный насос разобран и смотрим принцип работы у него. Распредвал вращает и ходит вот такая пластинка по кругу. Вот это видите. Тем самым создается разрежение вот на этом шланге. Постоянно поддерживается вакуум. То есть есть система разрежения. Чтобы износ вот этой пластины не происходил быстро,
Сюда еще подается масло по каналу там. И это все в масляной ванне, вот так все вращается. Разобрал, посмотрел, состояние хорошее. Внутри все чистенько, пластина свободно вращается. Износ я не вижу. Вакуумник в хорошем техническом состоянии. Единственное, непонятно, где он потел. Или вот по шлангу. Я поменяю, скорее всего, на шланге хомутик. И здесь посажу на герметик еще дополнительно. Сейчас вот все это почищу, обезжирю. И посадим все это на герметик. Чтоб не потел он. Лишняя нам грязь ни к чему под капотом. Так, берем, значит, и начинаем обезжиривать. Всегда берем тряпочку чистенькую, свежую. Герметик свежий. Сейчас сильно затягивать не буду. Дам детали минут 10 постоять. Потом дотяну. Все. Откладываем. С вакуумником. Все, разобрались. Первый ряд, значит. Нанес герметик. Согласно схеме. Ну, лучше не получилось, в общем. Валик должен 1 мм, 1,5 шириной. В общем, нанесу сюда чуть-чуть масла. Что-то не работает. О, заработало. Лихо. Чуть-чуть капнем масла. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Так. И теперь устанавливаем на раму, устанавливаем на место. Прокладочки все поменяли. Все прекрасно. Аккуратненько, значит. Быстренько вставляем все это на место. И поехали. Начинаем от центра. Теперь затянем все это моментом 40, по-моему. Сейчас быстро. Все по науке. Некоторые делают все это от руки, и потом вот эти места все бегут, все двигатели грязные. Маленько более ответственно относиться. Это касается работников станции техобслуживания. В основном они косячат, потому что они гонятся не за качеством, а за количеством. Побольше моторов собрать, побольше людей обобрать. За качество они особо не переживают. Тем более у нас судебная система слабая, чтобы, да и никто не хочет связываться, потом судиться, доказывать. Всегда станции ремонтников найдут 1000 отговорок. Что виноват владелец, все равно
А чтобы не быть виноватым, берите и делайте сами. Ищите время, планируйте свое время, находите и иногда занимайтесь машиной. Это дело увлекательное даже, я бы сказал. Нисколько не затруднительное, сколько увлекательное. Японские машины разбирали, собирали, ремонтировали. Теперь вот немецкие тоже неплохо получается. Так. Итак, все. Осталось довернуть в той же последовательности на 90 градусов. И все собрано. Потом я буду фазики устанавливать налево, право, выставлю распредвалы по меткам и начну фазики закручивать. Все, пока отдыхаем. Oh,